Призраки. Вы скажете, обычные истории, которыми пугают маленьких детей. Да-да, но как вы скажете на это? Моргентаунская церковь, основанная в 1767 году одним из прислужников Морганы. Вы скажете, и что тут такого? Обычная церковь, даже не заброшка. Дело в том, что тут пропадают трупы. Хозяин церкви уверяет, что быть там никого не может. А уже шестой батюшка проводит там ритуалы, хотя потом и отрицает это. Сегодня мы это проверим. Так, ну вроде пишет. Ну что же, всем привет. Вот мы уже сели на поезд. Ехать нам от силы пару часов. А пока я хочу вас познакомить с моим другом. Его зовут Ньют. Ньют, поздоровайся со зрителями. Да не снимай меня, блин, я и так свою не по собственной воле поехал, что ты от меня вообще хочешь? А по чьей же? Да ну тебя, блин, пришел ко мне в тот день, когда я, так сказать, в ином мире был, ну, после корпоратива. Ты же сам согласился. Мужик, я не в том состоянии был, чтобы здраво мыслить вообще, ты это понимаешь-то хоть? Да брось, сейчас ночку походим, ты воздухом подышишь. Я этим бы воздухом и дома подышал бы, там, поверь, не хуже, чем тут. А потом в отеле отдохнем, и можно домой. Скорее бы. Мы только начали, а уже плохое предчувствие. Прям жопа чует. Ладно, не бухти. Все нормально будет. Это тебе не заброшка, где маньяки. Ладно. Пойду, наверное, в буфет схожу, что ли. Надо заесть. Трясняк тут, блин, тут пипец. Валяй. Ну, в общем, вот такой у меня друг. Мы с ним очень давно знакомы. По-моему, еще с детского сада. Видать, пошел похмелиться после вчерашнего. Ладно, как приедем, я включусь. Так, камер пишет. Ну что, друзья, вот мы и на подходе уже к территории. Чтоб вы понимали, эта церковь находится вдали от всех населенных пунктов. Спасибо, Билл, что начал обстановку нагнетать. Да ладно тебе. Я что, нам просто так эти костюмы делал? Уникальные. Как он тебе, кстати? Ну, слушай, немножко жмет аппарат для ловли духов, а так нормально. Ну, хоть что-то. Пипец, Билл, это что, волки? Я собак боюсь, ты не представляешь как. Возможно, надо быстрее дойти до территории. Хозяин церкви говорил, что тут волки обитают, но на территории их нет. Там забор. Надеюсь, дырок в нем нету. Не должно быть, там днем люди работают. А какая цель-то у нас? Зачем это все вообще? Все просто. Есть фотки паранормального. Мы тут, чтобы это проверить. Иначе кому делать, как не нам? Призраков же не существует. Я не видел. Думаю, нет. Но фотки есть, проверим. А вот, кстати, и ворота. Слушай, ну они, конечно, и мерзкие. Я как будто в какую-то закрытую школу вхожу. Знаешь, сериал такой, да? Но эти ворота не менялись с тех самых пор, как их построили. А тут что, батюшка железо полирует? Смотри на ворота, они как будто только что отполированы были. Это первая аномалия в этом месте. Если я не ошибаюсь, то тут должна быть надпись с годом. Заметьте, железо, оно будто только что отполировано. А вот она, смотри. Заметь, она выбита в кирпиче другим материалом. Ну что ж, хорошо. Ладно, пошли, то там волки сзади. Не хотелось бы стать ужином. Да, ты прав. Так, ну, по идее, ключ вставляется сюда, ну-ка. Ух, не понял, как это оно вообще само открылось? Такое возможно-то хоть? Блин, я... У меня ключ застрял, оно... Ладно, проехали. Чё там, еще одна дверь? Давай, открывай её быстрее, пошли уже. Но это уже открылось, да, с ключа, а та что-то не хотела открываться, странно. Это очень
Очень-очень странно, на самом деле. Может, кстати, какой-то ветер был. Или какая-то магнитная аномалия, не знаю. Так, ну, перед нами сейчас лежит лес. Не знаю, может быть это самовнушение, но лес на территории будет пострашнее, чем там снаружи. Да, лес крайне мерзкий. По легенде, этот лес был выращен одной из самых опасных ведьм, Морганой. Что твою? Это было? Блин. Короче, после чего в этом лесу пропадали люди, а кто здесь оставался, уверяли, что видели что-то нечто. В связи с этим еще в тех годах этот лес назвали лес мертвых душ. Смотри, это руны что ли какие? Да-да-да, я это тоже заметил. Ну слушай, это похоже на какие-то руны или пентаграмму, я не знаю. Ну блин, зачем это выбито тут? В дереве? Вот это я не знаю. Даже не поленились это выбить. Странно. Странное. Чё за... Ты слышал? Блин. Ну, это лес тут. По идее, могут быть дикие звери. Кроликов же никто не отменял. Правда? Ладно, пошли лучше. Нечего тут стоять. Да, согласен. Погнали. О, наконец из этого проклятого леса выходим. Уже виднеется инфраструктура. Твою мать, что это было? Так, я проверю. Ньют, что это тут? Это вот уже мне не нравится. Твою ты, блин! Это кролик. Фу, блин, чуть инфаркт не схватил. Фу, блин. Но это объясняет звуки сзади. Так, ну, если тут водятся кролики, то есть и хищники. Думаю, здесь надо поставить камеру, чтоб смотрела прям на лес. Вдруг что запишет? Волка какого-нибудь. Покажем хозяевам потом. Я думаю, это развеет все мифы здесь. Опровергнем существование призраков. Только куда нам камеру поставить, как думаешь? Ну смотри, на земле не поставить, слишком низко будет. Поставь вот тут, думаю, на колодец. Прям на лес. Не думаю, уже по территории пройдемся. Да, камера пишет. Так, Билл, камера пишет, вот ночное зрение включил ей. Ты, а вот и церковь. Слушай, а колодец тут зачем? Тут в церкви что, водопровода нет? Ну, воду, наверное, набирать. Ну, я где-то слышал, что колодец это считается проходом в ад. Не знаю, насколько это правда. Здесь кто-нибудь есть? Ну, ты и дурак. Надеюсь, что тебе Черт! Там кто-то ответит? Ответит. Черт. Что это было? Ну, скорее всего, когда ты крикнул, возник какая-то вибрация. И, наверное, колодец, поскольку старый, что-то отвалилось там у него. Не знаю, на самом деле. Надеюсь, что так. Ну смотри, можно, конечно, туда камеру спустить, но ночью опасно, думаю. Сделаем это днем. То свалишься туда, потом фиг тебя кто-то вытащит. Так, ну что, нам сейчас внутрь церкви идти? Нет, тут еще есть одно место, склеп. Сначала туда сходим, потом уже в церковь. Еще и склеп. Да, пошли. Ну, пошли. Да, ну и жутко тут. Блин, ну а ты что хотел? Вот, кстати, и склеп. Так, и чего, типа там есть. Трупы будут, либо что-то в этом? Ну, типа да, все, кто был в церкви и погиб, находятся тут. Спуск вниз. Да, это немного подземное сооружение. Смотри, тут даже грибы растут. Офигеть, тут могилы. Ну, тут сыро. Ну и холодрыга тут. Здравствуйте, мои дорогие. О, слышь, Билл, а это так и должно быть. Твою-то... Это так не должно быть. Блин, мы вроде смотрели фотки, такого уже не было.
Почему тут кровь? Почему вообще склеп открыт? Что за бред? Типа, ну, что, кто-то оттуда вылез, либо что как-то... Что за хрень? Это, блин, очень странно все. У меня что-то мурашки по коже пошли. Мне это все напоминает какой-то хоррор-фильм. Думаешь, блин, у меня мурашек нету? Твою мать! Что это? Поставь тут камеру, слушай. Вот прям сюда запихни. Может, блин, реально что-то удастся заснять. Да, я поставлю. Но вдруг, чем черт не шутит? Мы, блин, сюда приехали доказать несуществование призраков, а не доказать обратно. Пишет. Что за бред? Мотор, все. Отлично, я пошел. К церкви, да? Так, и мы плавно переходим к церкви. Сейчас за этой дверью будет уже первая комната, в которой происходило нечто паранормальное, необъяснимое. Это, естественно, по слухам. О, вот это звук! Дверям больше 300 лет. Чего ты от них ожидал? Вот это обстановка тут. Прям. Слышишь? В душу. Бьет. Куча звуков. А чего это все? Ну, сооружение очень старое. Поэтому столько и звуков здесь. Твою мать, ты слышал? Здесь кто-нибудь есть? Блин, тут лестница наверх. Ничего такого. Но звук был явно оттуда. И это явно не половицы скрипели там. А тут, кстати, должен быть это гроб, где сделали фотографию с трупом. Ты случайно мне про тот гроб говоришь? Да... Он самый. Ты серьезно? Еще к нему, что ли, пойдем? Офигеть! Что это за комната такая? Я таких комнат вообще в своей жизни не видел. Не, ну церкви как церкви, а это что-то... О, жесть. Да, ощущение, как будто я попал в ад. Ты слышал? Да. Здесь кто-нибудь есть? Да не, вроде никого. Слышь, а чё люстра горит? А это самая большая загадка этого места. Эту люстру никто не включал, не включал уже более 300 лет. А она до сих пор горит. Уверен, что это все сказки. Разумеется, сказки. Но не грех приукрасить хорошую историю, верно? Уверен, что они догорят и погаснут сами. Правда, как его зажигают, вот это, конечно, вопрос. Что есть, то есть. Да, а этот гроб — это вообще отдельная история. Стой, так тут труп лежал, что ли? Да, и не один. И все они куда-то таинственно пропадали. Одновременно и круто, и жутко. Скорее всего, это делают для привлечения внимания. Ну, денег заработать. С нас, блин, содрали 20 тысяч рублей. Тут есть пара комнат и небольшой второй этаж, кстати. А на втором там что? На втором скорее... Там некий балкончик, вон там смотри. Про тот балкон ходит много легенд, там на фотографиях была какая-то женщина. Твою мать! Понял, что это за бред? Что это? Где? Где свет? О. Твою мать, мне кажется, там... Там кто-то стоит. Куда смотреть? Я ничего не вижу, там, блин, темно, как... Не знаю где. Какой-то силуэт. Стой, это что там, человек, что ли? Стой, стой, сейчас зажигалку достану. Чё ты обманываешь, там никого нет. А мне уже начинает казаться, что там кто-то стоит. Я точно что-то видел. Какие-то там силуэты мерещутся мне. Не, я тебе серьезно, я что-то видел прямо отчетливо. Не знаю, на камере это записалось или нет. Чё, думаешь, это совпадение? Сперва свет потух, а потом твой этот а-ля силуэт появился. По этому поводу я не могу ничего сказать. Ладно, пошли дальше.
Пошли сюда, тут комната есть. Там в прошлом веке батюшка вскрыл вены себе. И своей же кровью написал на стене. В общем, сейчас сам все увидишь. Так, а вот и надпись. Фига себе. Я смотрю, тут какие-то чокнутые люди живут. Черт. Че это было? Ты слышал? Здесь кто-нибудь есть? Стой, я пойду посмотрю. Что это хоть было? Пока не знаю. Эта бутылка разбилась. Иди сюда. Это уже точно не мог быть ветер. Тут, по идее, его нету. Значит, говоришь, бутылка разбилась тут? Неужели сама? Нет, блин, я разбил. Теперь понятно, кто это все делает. Видишь ли, приехал сюда постанову снимать, да, и мне ничего не сказал еще. Да, блин, по-твоему, я и свечи тушу, и бутылки бью на расстоянии. У-у-у, телепатию я обладаю прям мощной. Хотя да, постановой тут не пахнет. Это не ты. Давай, ставь тут камеру. Да, поставлю, отойди. Так, камера... О, все отлично. Пошли, я ее поставил. Так, на чем я там остановился? Ах, да, надпись. Кстати, по легендам, она светится в кровавую луну. Не знаю, насколько это правда. Краска, что ли? Нет, я же тебе говорю, это не краска, это кровь. Ну светится, и что дальше? Твою мать! Это что? Это... Блин, что это? Что это было? Чего у тебя там? Как горло нахлебался, что ли? Я кого-то видел, там, за окном. Может, твое уродское отражение было? Может, но мне явно не показалось. Так, чё, все посмотрели, призраков там половили, все, можешь домой ехать? Ага, Ньют, размечтался, надо тут еще всю ночь быть. Поэтому пошли в соседнюю комнату, проверим, что там. Так. Не понял юмора. Чё там у тебя? Дверь заперта. Кашки мало кушаешь. Сильнее, пни ее ногой. Мне хозяин сказал, что внутри двери все открыты. А это, блин, не поддается. Хозяин ему сказал, отойди, да я попробую. Что? Я до нее всего лишь пальцем дотронулся, она уже открылась. Отойди, блин, дай я пройду. Что, мать? Фу, блин. Че бил? Гребаное чучело. Кто, блин, додумался его сюда поставить? Может быть, батюшка? Тогда явно у этого батюшки не все дома. Слышь, а что тут было? Ты видел, тут петля висит, кровь на полу какая-то. Какая-то, не знаю, комната, блин, вообще непонятная. Чучело зачем-то. Мне про эту комнату вообще ничего не говорили. По ней даже фотографий в интернете нету. А кровь как будто недавно запеклась. Что, блин, за бред? Не комната, а комната пыток. Такое чувство, как будто над нами кто-то угорает сейчас. Смотри, книга. И чё дальше? Она какая-то обугленная, старая. Так, что тут у нас? Чёрт, Билл, остановись! Хватит, Билл, не надо! Стой, Билл! Твою-то... Что за бред? Ё-моё! Что за бред? Билл, вставай! Ё-моё! Чё это было только что? Ты как, в порядке? Блин, книга закрылась. Что, блин, тут за хрень происходит? Слушай, пошли нафиг из этой комнаты лучше. Да-да, ты прав. Пошли нахрен отсюда. Закроемся в комнате и ляжем спать. Может, камеры с улицы что-то записали. Завтра посмотрим. Так, ну, вроде дверь закрыл. Слушай, Билл, зажги свечку хоть, да, блин, темно, как у батюшки под бородой. Блин, Ньют, где ты тут видишь свечку? Я за ней уже, да, не попрусь. Ну, тогда ладно. Иди, блин, куда подальше, это моя кровать. Твоя вот, под надписью. Да ты, блин, издеваешься, что ли?
Все казенные места оставила, мне там спать, да? Короче, если что-то будет, кричи. Если что? Если что? Так, а все, может быть? Я спать. Блин, что это за звуки? Нахрен. Что это? Чего? Блин, Ют! Я ничего не делаю. Что это? Стой, кого? Ты дверь открыл? Я? Кого? Ют, блин, вставай быстрее, здесь кто-то есть. Тут кто-нибудь есть? Заткнись, блин! Иди сюда, надо уходить отсюда. Что? Почему там свеча, блин, горит? Черт! Что это такое? Или а что происходит? Быстрее, смотри! Баррикадирую, баррикадирую нахрен дверь! Фу, блин, вроде забаррикадировались, вроде не ломятся. Блин, блин, надо думать. Как, блин, отсюда выбраться, блин? Думай. Точно, окно, точно, да. Дьют, давай за мной. Ой, кажется, разбил.